Поедем. Здрасте. Сегодня воскресенье 24 октября 2021 года по христианскому летоисчислению. Мы начинаем наш поход и идем в горы. Какая гора? Говори, сука. Мы идем на Донеркогель. Там гору даже видно. Гору видно хорошо. Кто самый первый собрался? Санёк. Кого мы всегда ждем? Андрюша. Как сказала Аня, это не А, это А, блядь. А что ты так по-праздничному оделся? В смысле? Ты прям хочешь, чтобы тебя снимали на видео? Куда, блядь? Андрюха, у меня бочок потик. Ну, блядь, погнали нахуй. Тропку домой мне откроет шальная звезда. Где-то с запада. Очень удобно фонарик на жиге. Ямы и грязь не дождутся поживы. Правда, мешает легкий уклон несколько градусов. Самолеты так низко не летают, и я не бегу, я просто мечтаю прилечь на кровать и поспать. Зачем ты такие вещи делаешь? Прыжок веры. Прыжок веры. Прыжок веры вверх. Все, короче, закончили съемки. Че? Алексей. Нормально. Нормально. Ань. Нам тут тоже норм. Ну что, меня столкнуть хочешь? Бесполезная тварь. Я опять в камере горы показываю. Илюха, где GoPro? Где GoPro? Дальше бежать изо всей дурной силы, пока растут крылья. Дальше лететь за малиновым солнцем, пока не вернется ночь.
вернется ночь. Все, идем или что? Пошли. Илюша, а где GoPro? GoPro? В рюкзаке. Ядрить. А он не видит. Итак, на сцену выходит эхо. О, с твоей стороны круче. Так, Лёха, а там что дальше? Мост и людишки. Нам туда. Видео записывать. Что там, что там? Профессиональный клитерштангист. Клитерштангист. Штангист. Или клитерштанген. Че, тесан? Горы. Че? Горы, хуёры. Видишь, виды какие плохие. Погода сегодня отвратительная. Туман, дождь. Не повезло. Холодно еще вот. Да, Алексей? Лёш, скажи, господи, господи. Господи, господи, господи. Андре, ёб твою мать! Блять, это пиздец, Андрюш. Это, блять, пиздец. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит. Звеня, да с той старинною, да семиструнною, что, опс, хуй знает чё, понесло меня. Давай, пердак твой засниму. Блять, гора шатается, Андрей. Я твой гараж отдал. Можно снова по камням. Что там происходит? Вот, проверяй. Господа и дамы, я хочу выпить за вас, за этот прекрасный маршрут. И вообще, в принципе, за слабу, блядь, отвагу, которой мы все так славимся. Ну давайте. То. Мне кажется, самое слабоумное — это вот это. Самая опасная часть путешествия. Что это за кэ? Лес собирается.
домой. Полчаса. К маме. Все, ушли. Изюм будешь? Сука. 16:50, блядь. Ну сейчас 15:50. А тут как минимум 5 минут. Ну часы говорят. Ты умер. Ты нормальный, нет. Нельзя столько. Остановись. Нет, только сопли. Дай давай, дебил. Черный. Маникюр. Сейчас должен он пролить полудурочный. Тихо, кручу, ёптам, кручу, мешает, что-то кручу, верчу. Ну ебать, кручу. В одной кружке насуна. Стой, 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 стой. В одном радлере насуна. Радлер? Да. Но в одном из радлеров насуна. В одном из радлеров насуна. Сука, как он, ну, вкусный, да? У меня весь организм просто. Это божественно.